Ну, наверное, вопрос, наверное, довольно банальный, даже в такой жизни. Но первое, было много студентов, молодых людей. Но, в принципе, если вы покопаетесь, понимание, что такое жизнь, к сожалению, вы не найдете понимания в настоящем, что такое жизнь. То есть сам факт, что жизнь есть, это не нужно никого убеждать. То, что мы с вами, по крайней мере, существуем, все, что у нас живое, тоже существует, это не вызывает сомнений. Но именно понимание того, как эта жизнь возникла, когда она появилась, каким образом, так сказать, возникла жизнь, где она и почему и как, до сих пор современная наука, официальная традиционная наука, если так говорить, не может простейший ответ на этот, в принципе, простейший, обыденный изначальный вопрос, к сожалению. В чем же дело? Вроде бы казалось, тут так все просто, все понятно, жизнь и жизнь, а что тут отвечать, да? Но вы знаете, что интересно, когда еще я был своим студентом, это довольно давно было уже, когда я задавался этот вопрос, к сожалению, никто не мог ответить на него, кроме как слова «есть жизнь, потому что есть жизнь». Но самое интересное, что в принципе, чем хороша современная наука, тем, что накопила колоссальное количество данных, которые, в принципе, если на них правильно посмотреть, если подойти с несколько другого ракурса, как мы привыкли, к нам обычно навязывают. Ведь вы, ну, сейчас молодые студенты, когда были детьми, в школе вопросы задавали, обычно нам никто ответа на вопрос не давал, требует нас только, чтобы мы повторяли то, что нас требует, не давая ответа то, что как. А в принципе, если смотрите, вот недавно приходила беседа с журналистом, как раз я задавал вопрос, что такое жизнь. И в принципе, если даже немножко начать думать, то уже можно найти ответ, хотя бы направление движения, даже с анализа того, что и знает каждый из вас из присутствующих. То есть мы узнаем, что первый, так сказать, можно сказать, живым организмом, самым примитивным, все считают вирус, то есть на грани живой, живой материи. И вы прекрасно знаете, что в воде вирус ведет себя как живое существо, то есть питание, деление, размножение, то есть то, что присуще уже живым организмам. Если мы извлекаем вирус из воды, то эти свойства исчезают. Он превращается в кристалле, который может быть тысячи лет, когда только опять воду появится, начинается определение, т.д. и т.д. Но вы знаете, что вирус представляет собой сам по себе вариант, это болезнь КРНК, а вот там кружок белковой оболочки. Но вопрос, в чем же причина? Видите, получается, что вирус, попадая в воду, становится живым. Извлекаем воду, признаки жизни исчезают. Ну, конечно, если говорить о самой белковой жизни, в принципе, то получается даже вот тот факт, что именно нахождение потому что, вируса в воде или ненахождение его в воде приводит к тому, что проявление и непроявление качеств свойственных живой материи. И что получается? Даже подойти к этому, это хорошо. Значит, вода – это важно. А что происходит в воде? Вы, наверное, знаете, что в воде молекулы РНК добавляются на свободные радикалы группы OH. Это все там знают, не нужно объяснять, да? Значит, получается, другими словами, увеличится молекулярный вес. Ничего больше с молекулой, она не меняется качественно, то есть никаких дополнительных изменений не происходит, просто происходит присоединение свободных радикалов в группу OH. Значит, в общей сложности, в воде, как отличие молекул вирусов не воды или воды, увеличение молекулярного веса. То есть вес не воды меньше, внутри, находясь в воде, молекула вируса тяжелее, скажем так, довольно значительно. Так получается, что, видите, изменение молекулярного веса молекулы РНК приводит к тому, что из неживого существа, просто неживой материи, превращается в живое. Видите, мы уже приблизились, не, пускай не полностью все понимаем, но мы уже направление выбрали, правильно. То есть присоединение и неприсоединение меняет качество состояния материи. Но почему-то такой простой анализ никто же не сделал. Меня это удивляет. Дальше, теперь смотрим. Хорошо. Что же происходит, когда эти молекулы увеличились, вес стал больше в результате последней группы OH, и молекула стала действительно живая себе. Но, скажем так, опять, если мы вспомним немножко органическую химию, то мы поймем, что любая органическая молекула, которая попадает даже в саму воду, она также присоединяет себе группу OH. А некоторые из них тоже довольно большие по размеру, но никакой жизни сами по себе органические молекулы не зарождаются сами по себе. Получается интересный момент. Значит, получается, не только нахождение молекулы РНК в воде дает проявление жизни,
Но другая молекула, которая входит в структуру, не проявляет. Значит, получается не только присоединение группы OH, но еще что-то другое. Теперь мы сравним, чем же принципиально отличается молекула РНК вируса, а допустим, от подобной органической молекулы. Если вы присмотрите, то окажется, что, вы знаете, структура молекул спиральных. То есть именно спираль молекулы РНК, ну и потом ДНК, приводит к тому, что ее качество резко отличается от свойств любых других органических молекул, которые попадают в водную среду, тоже увеличится молекулярный вес и так далее, и так далее. Вы смотрите, мы уже нашли два фактора, которые знает каждый из нас здесь присутствующий. То есть, если проанализировать, мы уже таким образом начинаем уже приближаться к тому, а действительно, как из этого все получится? Оказывается, молекулярный вес имеет значение, второе, структура, пространство, форма молекулы. А теперь что получается? Если посмотреть дальше, получается третий момент. Что такое живая материя? Живая материя, по крайней мере, потребляет, правильно? Она потребляет другую органику, трансформирует ее, то есть существует, выделяет токсины, отходы, шлаки. Значит, получается следующее, что вот именно прибавление молекул группы OH в структуре ДНК, или РНК молекул, приводит к тому, что она начинает питаться и потреблять другую органику или неорганику. Но при этом сама молекула РНК не меняется. Обратите внимание, если вы знаете, кто это, не меняется. Так что же, почему же возникает то же самое явление деления, так далее, возникает забавная ситуация, что, конечно, в двух словах здесь не скажу, потому что более подробно, потому интересно, вот я изложение ступень по ступеньке этого процесса книги «Неотложной вселенной», это все излагается. Но если посмотреть, что в принципе, если сказать в двух словах, любопытно следующее получается, что молекула РНК или ДНК, которая именно является источником зарождения жизни, сами по себе не только меняют свой молекулярный вес, не только они имеют спиральную форму, но и на спираль создают определенные качества, которые ни одна другая молекула не имеет. Дело в том, что вы прекрасно понимаете, что разные атомы молекул имеют разный молекулярный вес, поэтому есть атомный вес, и деформируют свое микропространство по-разному. Так вот, спираль молекулы РНК-ДНК устроена так, что деформация пространства на микроуровне, естественно, сосредоточена внутри спирали. А форма спирали создает такую ситуацию, что эта деформация неоднородная. И что получается? Вот кто-то видел воронку, допустим, на родники бьют туда, когда засасывают или смерч идет воронку такой. Вот в принципе тоже создание неоднородности. Так вот молекула РНК или ДНК вируса, вот благодаря своей пространственной форме и молекулярному весу, определенному критическому, создают такую же воронку. И вот из этой воронки начинает всасывать, назовем слово, это микро-черная дыра такая, начинает всасывать в себя, вот эту воронку, затем внутрь структуры, окружающую молекулу. Они начинают попадать, начинают там распадаться на свои компоненты, происходит, в принципе, полное расщепление вещества, то, что происходит при допустим, ядерных реакций, что такое ядерная физика, там, допустим, урановые и трансурановые элементы распадаются сами и высвобождаются ту энергию, которая у них накоплена в результате синтеза их как частиц атомов. И получается следующее, в других случаях радиоактивные элементы распадаются сами и высвобождают функционал. В случае живой материи, то пространство структуры молекулы ДНК создают условия, где молекула сама не распадает, но структура ДНК создает так, что деформация внутри ее проходит. А вода, сама молекула воды почти не распадает, потому что они очень устойчивы по всему определенным, и их раскачать очень сложно, то есть недостаточно. Просто здесь, конечно, сложно, если был возможен график, там красивый график, где видно, как условно создается деформация пространства, она создает своеобразную стоячую волну мерности, предмет качества. И когда молекулы проходят через этот туннель, вот как бы засадил, они начали распадаться, воспадают то, что из них еще состоит. И из этого именно формируются те первые качества, то, что называется живая материя. Теперь, а что же формируется? Ну, любопытно то, что если недавно было сделано несколько открытий, как, к сожалению, большинство открытий делаются случайно. То есть
ученые, которые сидят, биофизики, которые исследовали, проводили спектроанализ молекул, молекул ДНК, один из них думает, что спектрограф заложен образец ДНК, запустит процесс спектрального анализа. Видно, он, кто-то вытащил, я не знаю детали, кто-то, может, забыл, кто-то, или потому что есть, кто-то другой вытащил. Короче, запустил, и на результате у него выдано, что полный спектральный анализ показал, что здесь, допустим, молекула такая-то, ну, там же есть спецификация, каждой молекулы ДНК, ДНК есть определенное название. Полностью выдает, он доволен, идет открывать, вытаскивает образец, там образца нет. Это реально так. Они назвали, написали статью «Фантомный эффект ДНК». Они случайно так наткнулись, начали уже это пробовать. Опять, сунул туда молекулу, проводит тест, молекула есть, показывает спектроанализ, что у нас это вытаскивает, опять делает тест, опять получает тот же самый результат, хотя молекулы там нет. То есть образца нет. И только через некоторое время, после того, как молекула изымается из чембра, оказывается, что через некоторое время все это исчезает и уже показывает пустоту. Любопытный момент, да? То есть получается, видите, вот не понимая, случайно наткнувшись, даже радиоактивный, знаете, как мы говорим, кто-то положил на, из родительной старей крест на пластинку, и потом, не помню, там заснято или нет, проявили, оказалось, крест полностью соответствует форму, так сказать, форму креста с время содержащей соли радиоактивной соли. Вот многие открытия, к сожалению, делаются вот таким эмпирическим способом, без малейшего понимания. Вот эти открытия по Полину Владимиру, я с ним встречался как раз, до сих пор живет, насколько я знаю, в Сан-Франциско, он совершенно не понимает, но он сделал интересное открытие. Ну и получается следующее, что оказывается, вот то, что мы говорили, что вот пространство формы молекулы РНК, ДНК создает какие-то новые качества. И эти новые качества регистрируются прибором. То есть она, молекула, влияет качественно на пространство ее окружающее. Даже так, что полностью, даже после изъятия, остается полный след ее, и регистрируется приборами, реальный прибор, спектрограф, это реальный прибор, так сказать, очень точный прибор и так далее, и так далее. Понимаете? И что получается? Вот, получается следующее, вот именно пространство формы молекулы РНК, ДНК в воде создает именно те условия, которые зарождаются жизнь. А теперь, что же там происходит? Что же такое, что ярко ставит сама жизнь по себе? Ведь молекула сама не является жизнью. Вот такое, такое условие зарождения жизни. И вот здесь вот интересно будет вам, наверное, сообщить некоторые факты, которые мало кто знает. Допустим, что, опять-таки, исследование проводится иногда весьма людьми, которые ищут одно, находят совершенно другое. А проводил следующее исследование. Брали семечко лютика, ну, знаете, цветок такой, и с помощью приборов, позволяющих, ну, типа, кто-то знаком, Кириановый эффект, кто слышал о Кириановом эффекте? Свечение близких объектов свечей поля. Фотографии делаются. Когда листик снимают, пламенько открывается, кладется, никто не видел. Ну, молодежь, ну не расстраивайтесь, честно скажу. Ну посмотрите, вот интересно. Так вот, ученый взял семечко лютика. Ему было интересно, как будет на фотографии вот, видно само семечко. Вот, очень хорошо, что он взял кедровый орешек, потому что там он ничего не видел. Он видел что-то не то. А потому что лютик — это очень маленькое растение, а пластинка довольно большая. Когда он сделал фотографию, проявилась фотография, на фотографии, которую брал семечко, даже не брошенное в воду, было полностью взрослое растение лютика. Неплохо? Скажите, тоже это реально, потому что таких экспериментов было просто сотни. Просто повезло то, что если бы взял кедровый орешек, то взрослые растения кедра колоссальные, естественно, на никакую пластинку просто не месяца. А из-за того, что лютик маленький, достаточно, чтобы практически все растение лютика. Понимаете, получается, зернышко еще не брошено в землю, а уже взрослое растение к нему прикреплено. Любопытно? Так вот, вирус, вот именно делает те вещи, он деформирует пространство, и в результате того, что именно на результате тех свойств, которые мы начали говорить, происходит трансформация, и на двух уровнях пространства, множество уровней, которые мы даже не подозреваем в большинстве случаев.